люди начали спрашивать, а как можно от гордыни отказаться? Это просто. В начале дня, в середине дня и в конце дня просите у Аллаха Тааля, ну, истихфар, то есть эстагфируллах. Говорите почаще эстагфируллах. Каждый раз, когда у вас что-то получается и вы радуетесь, говорите эстагфируллах. Потому что вы можете, вот эта радость может вас натолкнуть на то, чтобы вы себе приписали это благо. Если у вас что-то не получается, вам стало грустно, тоже говорите эстагфируллах. Почему? Потому что если что-то не получилось, и вы из-за этого себя начнете гнобить, это тоже неправильно. Понимаете? Например, смотрите на свой Каспий, деньги пришли, вы порадовались, говорите эстагфируллах. Деньги ушли, вам стало грустно, делайте эстагфируллах тоже, говорите эстагфируллах. Почему? Потому что пришло не ваше, ушло не ваше. Не надо радоваться, не надо печалиться из-за этого. Это просто мирское. Вас испытывают дуньей, то есть мирским испытывают. Вам дадут это, но это пришло не для того, чтобы у вас остаться, оно пришло, чтобы уйти. Не забывайте это.